Всем привет, друзья! Меня зовут Рекомпот, и вы на канале Новое Время и Стекло. Если вы не понимаете, что сейчас происходит, то посмотрите первую часть. Первая часть будет в подсказках. Короче, я начинаю вторую часть, и сейчас мы будем украшать... Ой, сейчас мы будем украшать дома. Просто будем ставить елки. Да. А сейчас у нас в Майнкрафте 30 декабря 2020 год. Поехали украшать дома. Подарки пока не будем ставить. Так. Первый дом мэра. Поставим ему вот эту. Давайте поставим ее вот здесь. Да, небольшие. Так, идем в маленькие домики. Давайте не будем ставить прямо в маленьких домиках, а будем ставить рядышком. Вот. Да. Ну ладно. Теперь идем ко мне домой. Дома может поставиться у меня. Может быть и нет. Давайте поставим ее вот здесь. Отлично. Так, теперь идем в другие дома. Вот сюда. Жители, елка. Так, и поставим. Так, здесь у нас компот паркуется, поэтому... Ну ладно, вот здесь. Так, теперь в церковь. Так, здесь потолки невысокие, поэтому поставим... А, ладно. Не очень, конечно. Ну ладно. И поставим около маленьких домиков. Майнкрафт сейчас. Из-за всего этого. Но сейчас у нас, так как 30 декабря, а нам сейчас нужно кое-что установить. Мэр, стой. Мэр, я еще не все до конца сделал, поэтому ты мне пока не отключай креатив, хорошо? А, хорошо. Так, отлично. Смотрите, сейчас мы берем... Сейчас. Так. Смотрите, сейчас мы берем раздатчик. Вроде раздатчик нам нужен. Так. Редстоун, пыль. Рычаг. И нам еще нужен повторитель. Так, это компаратор. Вот, повторитель. И сейчас нам нужно вот здесь снять одну штуку. Раз, два, три, четыре. Теперь берем редстоун пыль. Так, раздатчик. Ой, редстоун. Идем сюда. Ставим второй и идем от стола. Так, нам нужно проверить, работает все.
Нет, не работает, походу. Нет, не работает. Я не помню, как это было в этом видео, которое я смотрел. Вот. Вот так. Так, ломаем пока что. И сейчас мы сюда загрузим фейерверк. Вот не сюда. Так. Отлично, только 3 часа. Так. Предупрежу всех. Друзья, чтобы вы понимали, мы снимаем в 7 вечера. Просто и потом уже отснимаются остальные части. Тут какая-то херня валяется. Так. Стой. Слушай. В 7 вечера начинаем снимать, понял? Вас понял, Владислав Алексеевич. Фух, ладно, пока пойду к себе в кабинет. Сейчас скоро будем начинать съемку. Друзья, пока Новый год не наступил, я хочу вас поздравить с наступающим новым 2021 годом. А вечером уже я буду снимать настоящее новогоднее обращение, где я вас уже поздравлю с Новым годом. Да, сейчас я буду ждать 19:00, чтобы записать обращение. И мы поедем сразу же в деревню. После того, как я запишу обращение, мы поедем сразу в деревню. Я уже вижу, что темнеет. Сейчас мы поедем в деревню жителей. Сейчас мы быстренько снимем новогоднее обращение и поедем сразу же в деревню. Уже сняли новогоднее обращение, я быстренько съездил Кремль, чуть-чуть отдохнул, и сейчас мы уже едем в деревню жителей номер 13.